Всем привет, вы на канале Саратов HD. Узнаете кусок этой дороги? Если нет, я вам скажу. Это бывший кусок дороги, ведущий от перекрестка склада и ведущий на... Куда? В сторону Воронежа. А здесь вот выезд, и она уходила дальше. Со склада шла вот эта вот, вот эта полоса. Сейчас даже покажу, вот эта полоса со стрелочками. Кусок дороги остался. И я вам покажу сейчас, как выглядит сама новая развязка. Поехали. Выезжаем, поедем по развязке, полностью проедем кружочек. Переключились на первую, пропустим сейчас вот этих вот автомобилей и поедем, соответственно. Поехали. Едем. Поворот идет на Волгоград. И также, возможно, скоро может будет написать еще склад Юг. А мы пока едем прямо. В описаниях я вам покажу, это в закладках там напишу вам. Посмотрите видео, когда я снимал, когда делали эту развязку. Если что, можете еще быть раз посмотреть ее. А мы с вами будем сейчас сворачивать на развязке Пенза-Сызрань и скат у нас север. Выезжаем на скат. Никого нету. Вот так вот теперь выглядит он. С мостом. Мы снова поворачиваем с вами на Воронеж. Скат остается у нас там дальше. Да, мост открыли уже давно. Эту развязку. Но я не всегда успеваю за всеми событиями, поэтому едем так. Здесь вот до сих пор ведутся дополнительные работы. Здесь также вот обратно съезд на Волгоград, прямо на Воронеж. Там речка Латрек, если видно вам ее. Там скат идет на север, а мы с вами спускаемся на скат, снова на скат, который ведет на юг. Он будет, вернее, вести на юг. Новый южный обход будет потихонечку начнут строить в районе поселка Красный Текстильщик. Будет дорога уходить на Энгельс, там на Ровное. А мы с вами сворачиваем и поедем уже в Саратов. Вот так вот выглядит вся развязка. Ну, сейчас еще вам сейчас спаркуюсь и покажу как-нибудь ее с другого ракурса. Вот вам снова на Воронежской трассе в сторону Саратова. Е38, как говорится, уходит вниз
на Сызрань, на Пензу. И тем самым потом дальше пойдет. Она, скорее всего, пойдет через южный обход. Также будет уходить. Потому что как бы там быстрее, чем ехать через Вольский тракт и все остальное. Вот, как говорится, добро пожаловать в Саратов. Сейчас вроде пока дождя нету. По-быстренькому запечатлим его. Короче, я решил его не показывать. В принципе, как бы его и так в кадрах видно было. Вот. Поехали по этому так. Прямиками. Тут это сделали расширение этого участка со стороны заводского района для четырех полос. Сейчас доедем с вами до памятника водителям. Покажу его вам, памятника водителям. Стоит ограничение на дороге 60, и стоит камера на столбе прикреплена, поэтому быстрее 60 ехать не будем. Вот эта камера. Здесь вот с другой стороны там же камера. Вот реально не понимаю, зачем здесь 60. Здесь сельские отбойники. С одной стороны лес, с другой стороны тоже зеленое насаждение. Для кого 60? Непонятно. Вот он, памятник водителю. Сейчас паркуемся здесь. Вот. Выйдем, покажу его. Вот он, монумент открыт 4 мая 1975 года. В канун 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта — автомобилист А.П. Никитин. Монумент воздвигнут по инициативе начальника ПТТУ Кокушкина А.А. на средства от транспортников области. И вот он так выглядит, памятник воинам-водителям. Этот памятник создавался именно как, так как это был трасса, дорога идет на Волгоград. Идет на Волгоград. И это была дорога как бы смерти. Здесь также все бибикают всем в память о погибших водителях. Вот тут небольшой есть, так сказать, когда делали расширение дороги. Здесь также установили светофор. Заодно посмотрим,
как он работает. Че, пробуем работать светофор или нет? Как не узнать? Будем смотреть по знаку. Написано, ждите, вот загорелся зеленый для пешеходов. Чтобы безопасно перейти. Самое интересное то, что с той стороны парковки нету. А чтобы туда, от их ты едешь со стороны СКАДа, то же себе сюда заехать вообще не вариант. Тогда ехать там, развернуться на светофоре, на повороте на Кумыскую и приехать обратно. А с этой стороны вот так можно приехать сюда. Здесь вот такая вот парковка. Также положили весь новый асфальт. Вот. Здесь вот играют в футбол. Люди отдыхают, наверное, скорее всего, с дальней поездки. Так, конечно, я с этой машиной, она саратовская. Не знаю, просто приехали отдохнуть, поиграть в футбол. Дети, может, их недалеко живут. Вот. А светофор работает. Сейчас пробуем, перейдем обратно. Нажмем на кнопку. Все, написано, ждите. Все, загорелся мне зеленый, я пошел. Вот. Нарушением. А светофор действительно работает. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.